студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Жара покидает юг страны. Арктический воздух выдавил тепло и из Москвы. Если верить синоптикам, ощутимо похолодает и у нас. А на 9 мая, согласно предварительным прогнозам, температура упадет до 8-9 градусов. Столбики термометров начнут сползать вниз уже с завтрашнего дня. Не спасет даже яркое солнце. 3 мая в Старомосковье Губкине всего 13-14 выше 0. Ночью и вовсе 0 плюс 6. Такой погодой мы обязаны северному 3-5 метров в секунду ветру. При этом реальная температура будет ощущаться так, словно на улице градусов на 5 холоднее. Давление близкое к норме 747-749 миллиметров. Магнитное поле неустойчивое, луна убывающая. Рассвет в эту пятницу в 4:57. Закат в 19:53.